Сегодня мы сделаем интересный салат-закуска из печени трески. Я начинаю, а ты пока подпишись. Печень трески открываем и перекладываем на сито. Пару куриных яиц отвариваем вкрутую и чистим. С печени трески сошло все лишнее масло, произвольно нарезаем. Перекладываем в миску для смешивания. Яйца тоже нарезаем в произвольной форме. Нарезанные яйца отправляем к печени. Далее у нас идет зеленый лук. Отправляем к яйцам и печени. Солим, перчим, немного майонеза. Перемешиваем. Все получившееся выкладываем через кулинарное кольцо. Подаем с поджаренными тостами.